Здравствуйте! Сегодня мы проследуем за маленьким путем маленькой бактерии, которая сейчас изменяет наш мир, изменяет наше ведение на нашу пищу, изменяет агропромышленность каждый день. Но для этого вы сейчас должны представить, что вы врачи, только для растений, или вы фермеры и столкнулись с проблемой. И мы будем рассуждать и искать выходы из этой проблемы. Смотрите, у вас большой виноградник. И иногда на деревцах появляются маленькие, особенно близко к земле, опухоли, которые, в принципе, если бы вы были человеческим врачом, вы бы назвали раком. Но у растений в прямом смысле рака быть не может. И, в принципе, эти опухоли вам очень сильно надоедают, потому что молодые растения до 70% гибнут, потому что опухоли как будто в буквальном смысле вытягивают из них жизнь. Но это могло с вами случиться, и если вы не виноградник. Это могло случиться, если вы содержите фруктовые деревья или любые двухдольные. Потому что дальше вы начинаете размышлять и пытаться от этого избавиться. Но обработка фунгицидами вам не помогает. Обработка инсектицидами вам не помогает. Пытаться простерилизовать материал посадочный вам тоже не помогает. Если вы отсаживаете от больного дерева росток, он может точно так же получить такую рану. Если вы берете здоровую посадку, рассаживаете на своем участке, он точно так же может получать опухоли. Смысла в этом не видно, и не видно никакого приятного конца, потому что растения просто гибнут. И если вы понаблюдаете на улице, то, в принципе, многие из вас видели огромные опухоли на деревьях. Они могут достигать до метра в своем объеме. Если вы такой заботливый садовник и пытались раскапывать больные растения, то вы могли видеть специфичные опухоли и на их корнях. В принципе, поражаются многие двудольные растения, и сделать с этим ничего на сегодняшний момент толком нельзя. Ученые начали пытаться разобраться, начали пытаться найти ответ на этот вопрос, начали резать эти опухоли, инкубировать их, и в принципе нашли почти что ответ. Маленькую бактерию, грамотрицательную, подвижную, у нее от 2 до 4 жгутиков, и назвали ее агробактериум, потому что агро как бы почва, бактериум – бактерия, которая живет в почве. Почему они это решили? Потому что в тех виноградниках, которые болели, брали пробы почвы, высаживали, и в принципе то, что было в больных растениях, примерно то же самое получалось из проб почвы. В принципе, в то же самое время выделили другую бактерию, назвали ее ризобиум, потому что ее выделяли с корней растений. И так получилось, что почему-то именно название агробактериум больше понравилось людям и прижилось. И так оно и осталось, агробактериальная трансформация. Но если вы хотите поумничать, то в принципе вы можете смело исправлять на ризобиум радиобактер, потому что это по последним данным систематики является более корректным названием. Но что же конкретно заинтересовало ученых в этой бактерии? Она живет примерно в диапазоне от 20 до 27 градусов. В принципе, нормальный хемоорганотроф, облигатный анаэроб, то есть ничего сверхудивительного в ней нет. Но почему же она выживает при обработке и при стерилизации посадочных материалов? Потому что кроме своей хромосомы, которая обслуживает все ее потребности, у этой бактерии выделили маленькую плазмиду. Сейчас маленькое отступление. Что такое плазмида? У бактерий есть свой генетический материал, хромосома, который их полностью устраивает. Но маленькие отдельные замкнутые ДНК в их клетке тоже могут присутствовать, и чаще всего они дают бактериям какую-то прикольную фишку, которая помогает им выживать. Например, в таких маленьких плазмидах могут содержаться целые кассеты антибиотикорезистентности. Но конкретно эта плазмида к этому не имеет отношения. Она придумала более крутую фишку. Что же мы, если разберем ее и картируем, увидим, что какой-то кусочек, который назван ТДНК, содержит гены для синтеза ауксина, это гормон растения, цитокининов, это тоже гормоны растений, и апинов, это маленькие органические соединения, которые содержат в себе и аминокислоту, и как бы производная сахара. То есть конкретно для агробактерий это очень здоровская штука, потому что она позволяет питаться с меньшей энергозатратой. Вы получаете сразу и сахар, и аминокислоту. И в принципе логика в этом есть, потому что в Т-плазмиде есть специальная целая серия генов, которые помогают метаболизму этих апинов.
Но зачем бактерии гормоны растений, вроде бы непонятно совсем. На это ответил анализ ВИР-области, который имеет в себе целую кучу белков, которые обслуживают передачу конкретно этого маленького кусочка ТДНК в растение. Но об этом чуть-чуть подробнее. Что же происходит и почему с этим бороться довольно сложно? Когда мы обслуживаем любые растения, мы их травмируем, например, при сборе урожая или просто механические повреждения во время ветра. И растения, как и все живое, на это реагируют. И появляются механические повреждения в их ткани. И есть дурацкая шутка, некорректная к вегетарианцам, что растения тоже чувствуют боль и плачут. В принципе, это неправда, потому что они всего лишь выделяют определенный класс веществ, который свидетельствует о механическом ранении. В почве живет наша агробактерия или ризобиум радиобактер, и у нее в той Т-плазмиде есть гены, которые отвечают за рецепторы на ее клетке. Эти рецепторы реагируют на слезы растений, в принципе, и бактерия активируется. Притом активируется не одна бактерия, а все, которые в почве имеют эту Т-плазмиду. И из-за того, что у них есть жгутики, они, в принципе, могут нормально ползти к этому растению. Но они оснащают целую армию. Если рядом есть другие ризобии, которые не обладают этой Т-плазмидой, начинается конъюгация, неполовой процесс, и бактерия радостно делится со своими собратьями Т-плазмидой. То есть полностью вооружает армию и ползут с помощью хемотаксиса к ранкам растений. У них есть специальные для этого, формируются сразу пили, и они вот такой вот кучечкой прилипают к стеночке растения. Они умеют разрушать целлюлозную оболочку и, в принципе, впритык подходят к плазматической мембране, но не лезут туда, потому что им это не надо. У них есть Т-плазмида, которая решит проблемы за них. Самое главное, что сейчас надо запомнить, эти бактерии остаются в межклеточном пространстве растений. И это первая подсказка, почему не работает стерилизация молодых насаждений. Потому что бактерии прячутся внутри. И если вы обрабатываете снаружи, в принципе, им все равно. Они живут внутри, у них есть еда, апины, помните, а те гормоны делают самую плохую штуку. Вот эти огромные опухоли. Потому что растений менее чувствительная система регуляции и реагирования на гормоны. Если гормоны есть, ауксины и цитокинины, то клетки растений делятся. Делятся максимально, делятся много и... В принципе, пока не нарастет вот эта вот огромная штука, которая называется корончатый гал, конкретно у ученых, бактерия не успокоится. Что же происходит? Не в ту сторону. Вот она подошла, наша агробактерия. Вот она расплавила вот эту вот целлюлозную оболочку. И что? Вот этот вот маленький регион, который отвечает, называется ВИР-область, она активирована, начинает синтезироваться все-все-все белки, с нее считываться, и вырезается область, которая отвечает за синтез ауксинов и цитокининов. И начинает совершенно естественно, совершенно природно, совершенно натурально, как мы любим все в этой жизни, вставляться в клетку растения. То есть она проходит сквозь ядро и интегрируется в хромосому растений. Пытались выяснить, где именно она интегрируется. Чаще всего это довольно рандомно, она просто ищет те области, ищет, это сказано слишком очеловечивание кусочка ТДНК, она просто встраивается в те области, которые чаще всего считываются. Начинают синтезироваться ауксины, начинают синтезироваться цитокинины, клетки неконтролируемо делятся, при этом они превращаются в большие фабрики по производству апинов. Бактерия остается, бактерия кушает апины, она в полной безопасности, никто ее не может в растении побеспокоить. Но если вы были бы теоретическими биологами или просто любите наблюдать за жизнью, то вы должны сейчас удивиться, потому что это, по сути, маленькая такая рука, протянутая от прокариотического мира в эукариотический, потому что, по сути, придумать большую клетку, в которой будет ядро, которое будет содержать кучу хромосом, и все это будет так сложно работать по сравнению вот с этой вот, по сути, болванкой, это удивительно, что какая-то бактерия смогла ворваться в жизнь клетки и очень сильно ее испортить. И таким образом обустроиться в своей жизни. Ученые это
изучили, рассмотрели, плазмиду картировали, научились ее выделять, научились выращивать агробактерию. В принципе, все хорошо, но проблема не решилась, потому что даже сегодня виноградники Украины очень сильно страдают от бактериального рака, как он так называется, у растений. Все так же очень тяжело предугадать, где именно он начнется, потому что основная сложность в том, что бактерия прячется, и бактерия живет в нормальной почве. Но ей там не нравится, поэтому она ползет дальше. И, в принципе, простерилизовать всю почву довольно сложно, и довольно сложно избавиться. Но ученые по этому поводу погрустили, а по другому поводу обрадовались, потому что как раз в то время, когда это все было открыто, все возлагали огромные надежды на инженерию генетическую. И, в принципе, они получили вот этот вот ключ, подсказку от природы, как управляться, и что, в принципе, сейчас делается. И очень многие продукты, которые вы сейчас едите, прошли конкретно эту процедуру. Общая схема такая. Я не буду сейчас углубляться во все тонкости методов, потому что их очень много, каждый по-своему хорош, кто-то дешевле, кто-то дороже, кто-то точнее. В общем, каждый занимается так, как ему нравится. Но суть остается той же. Вам нужна агробактерия, вы должны ее вырастить. Как я уже сказала, она неприхотлива, поэтому очень дешевая. Вы должны каким-либо образом с помощью ферментов рестрикции вставить нужный вам ген в плазмиду, а перед этим избавиться от тех ненужных ауксинов, цитокининов и апинов, потому что вам они не нужны. Вы вставляете нужный ген, это может быть стойкость к каким-либо сильным гербицидам, например, чтобы вы могли убирать сорняки, и при этом ваше растение, ваш целевой продукт оставался нетронутым. Это могут быть гены холодостойкости. В принципе, сейчас человечество очень много чего попридумывало, и вы возвращаете, по сути, эту плазмиду, берете ткань калусную растения и инкубируете вместе с этой бактерией в одной питательной среде. А что происходит? Как вы уже видели, бактерия незамедлительно трансформирует растение. А что мы можем делать с одной клеткой растения, которая трансформировалась? Если вы знаете биологию, то у растения есть такое свойство тотипатентности, вроде бы я выговорила его. И из любой клетки растения вы можете вырастить новое растение. Это очень здорово, это очень дешево и очень удивительно, потому что если вы возьмете любое живое существо, там, млекопитающее, и возьмете у него стволовую клетку, которая теоретически может перейти в любую клетку из вашего организма, вы нового человека не вырастите. Для этого нужно сделать зиготу, и в принципе мы еще не выращиваем так людей, а растения выращиваем, и это очень дешево. Берется, инкубируются эти клеточки вместе с этой бактерией, потом там есть чаще всего какой-то маркер, который поможет нам отличать, какая клетка прошла трансформацию, а какая не прошла. Дальше вы высаживаете эти клеточки на питательную среду и получаете новое растение. Новое растение, которое уже трансгенное, или ГМО, которого все боятся. И дальше, в принципе, это растение не сразу попадает на поля и не сразу попадает на ваши прилавки. Его ждет очень долгий и очень нудный процесс тестирования на токсичность, на влияние на окружающую среду, на способность вызывать аллергию. То есть выпустить геномодифицированный штамм растения на рынок очень дорого, очень долго и очень сложно. Спасибо за ваше внимание. Если вам по какой-то причине захотелось со мной связаться, то можете это сделать. Также я представляю проект, который популяризирует науку в Украине и вводит генетические тесты в нашу медицину. Тоже можете с ними связаться, там я еще больше болтаю о бактериях. Если у вас есть какие-либо вопросы, я с радостью на них отвечу. Я правильно понял, что это типичный способ производства геномодифицированных растений? Вначале это был действительно прорыв, это был основной способ. И сейчас, так как очень тяжело менять документацию для геномодифицированных организмов, в принципе, им еще пользуются. Но в данный момент вообще возможностей много, вирусы,
Также даже такие вот больше уже физические методы, когда ДНК покрывают наночастицами металлов и бомбардируют клетки, и она встраивается, делают клетки компетентными тоже всякими физическими методами, там электричество сквозь них пропускает, и ДНК может пройти. В общем, очень много и много сложных, много интересных. Но вначале это был вот такой пионер. Изначальные клетки не модифицированы. Какой ей был смысл от этого? Была ли ей польза или просто такая фишка у нее, потому что есть дополнительная ДНК, куда-то... Растение? Не-не, вот клетка, которая бактерия. Зачем ей это надо было? Зачем ей это надо было? На это может ответить эволюционная биология в будущем. Ну, надеюсь, она ответит. Но вообще, в принципе, как сейчас считается, если что-то у бактерии удачно мутировало и начало ей помогать, то оно остается. Если не помогает, то оно чаще всего естественным отбором... Выглядит как будто просто ну, такая фишка сбоку, которая ни зачем не нужна. Нет, скорее всего, с точки зрения эволюции, там могли быть замешаны как вирусы, так и просто действительно связь между эукариотическим и прокариотическим миром. Но конкретного ответа, конечно, нет. Вот чтобы мы рассказали полностью по полочкам историю, как это формировалось, это очень сложно. Это большой метаанализ генетический. Да, спасибо. Спасибо вам. Да. У меня вопрос, есть ли это микроорганизм, который способен осуществлять бактериальную трансформацию, и есть еще такой микроорганизм, как агробактериум лизогена, способна ли она вызывать бактериальные рак? Она, как я знаю по поводу последнего микроорганизма, ее тоже тип плазмид, у нее есть тоже специальный R-плазмида, ее тоже модифицировали и пытались использовать. Почему не приобрело такой популярности, я честно не знаю. Она вызывает не бактериальный рак, она вызывает увеличение количества маленьких корней, и даже это ассоциирует наоборот, что она, если агробактериум, конкретно этот патоген, то ту пытаются причислить к хорошим симбионтам, потому что у этих растений повышается, улучшается питание, потому что больше корней, и они больше вытягивают из земли. А вот какой смысл бактериям индуцировать рост этих опухолей? Им просто больше питаться? Да, совершенно верно. Им просто чем больше, тем лучше. А и... так покушать корову? Это тяжело, потому что на коре другие сидят бактерии, еще сотни видов, которые тоже бы хотели попитаться. Как их собственная колония там? Да, сейчас разрабатывают бактериальные, например, удобрения для борьбы с конкретно этим заболеванием. И очень многие из них работают или на антагонизме, то есть когда бактерии выделяют какие-то антибиотики против этой, или на конкурентной адгезии, то есть кто раньше прикрепится и кто плотнее сядет на растение. И обрабатывают корни, и вроде как помогает. Вот. Спасибо за вопрос. Можно еще один да. вопрос? Вообще, ну, как бы сегодня столько там мифов было, может, я один озвучу, я просто не совсем в теме этой. Давайте. Вот смотрите. Например, сделали мы генномодифицированный организм, и мы вот в одном поколении выращенных растений, ну, не понимаем, какое оно там дальше там приведет, ну, какие-то могут быть негативные там, ну, не увидели это, допустим, получили там плодостойкость, еще что-то. А вот дальше с размножением этих организмов, потому что вот, ну, как бы бытует мнение такое, что генномодифицированные организмы, они не могут нормально уже воспроизводить сами себя с теми всеми изменениями. Или это неправда? Вот хотелось бы вот это... Тут вопрос двойственный. Конкретно вставка одного гена не меняет, и конкретно агробактериальная трансформация не должна менять ни в теории, ни на практике не меняет способность к размножению. Но выращивать... Этот ген, он потом перейдет на следующий? Вот, да, вставку, да. Да, там подбираются такие специальные последовательности. Чем, если это доминантный признак, то это как бы лучше. А конкретно то, что они не могут размножаться... Это проблема выращивания растений в пробирках, они же тоже стерильные, и их нужно, чтобы выпустить на волю, покрыть специальными добрыми бактериями, которых будут защищать. Ну, это то же самое, как дети, рожденные кесаревым сечением. То есть вот принципиально, неважно, меняли мы там что-то генетически или нет, оно как размножалось там себе, так и... Ну, у него не должно быть с этим проблем, по крайней мере, да. Если это не конкретно какой-то сорт какого-то растения, которое... Сейчас в самой агропромышленности уже не размножается самой, там есть растения, которые нужно опылять, ходить с кисточкой. Вот, то есть не должно ничего испортиться. Спасибо.